Пересечение Первомайского проспекта и улицы Дзержинского – это один из тех перекрестков, которые в этом году планируется оборудовать так, чтобы они соответствовали всем требованиям безопасности. Всего должно быть оборудовано 55 улиц. На всех переходах будут установлены светящиеся дублирующие дорожные знаки, а также электронные табло и ограждения. В данный момент многих горожан беспокоит состояние некоторых перекрестков и пешеходных переходов. В частности, переход на улице Чкалова водителям вовсе не видно. Знаки спрятаны за деревьями, а переходе напоминает местами стершаяся разметка. Ну, если за деревьями маленько, вот с той стороны, может быть, не видно его только. А так, в принципе, видно. И дело привычки, то, что водители не привыкли, что там есть пешеходный переход. К пешеходному переходу на улице Вокзальной рязанцы привыкли. Однако водителям не всегда видно, какой сигнал светофора горит. Они говорят о том, что светофор устарел. В частности, в солнечную погоду цвет светофора трудно различим. Пешеходов также не все устраивает на этом переходе. Во-первых, слишком быстрое переключение. Это, я считаю, отрицательно. Так же, как и вот у остановки Дом художника, то же самое. Я думаю, что надо на новую систему переключения переходить. Ну, не очень удобно, потому что столбы загораживают видимость, скажем так. И часто тут стоят машины, из-за которых не видно остальные машины, которые проезжают. Некоторым же водителям не видно самого светофора. По дороге, ведущей с Московского шоссе на Первомайский проспект, есть участок, на котором водители не видят сигнала светофора. Его загораживает железнодорожный мост. Для того, чтобы увидеть, какой сигнал светофора горит, необходимо максимально близко к нему приблизиться. Похожая ситуация складывается на Касимовском шоссе. Из-за столбов и деревьев водители здесь также не всегда могут увидеть светофор. Проблема находится на пересечении Касимовского шоссе и улицы Новой. При этом светофоры не видят водители, движущиеся по главной дороге. Здесь сигнальный фонарь также устарел. Возможно, если в городе будут установлены новые светофоры и оборудованы безопасные пешеходные переходы, жизнь для горожан станет спокойнее и комфортнее.